Обаятельные участницы и руководитель пресс-центра, сотрудник газеты Анатолий Шелухин вручил этот почетный приз Анне Семенович. Я думаю, вы согласитесь, что журналисты, в данном случае редакции газеты «Труд», угадали. Это оригинальный танец в ритме квикстепа. Мелодия хорошо известна нашим мамам и бабушкам, особенно популярной во времена НЭПа в 20-х годах. «Цыпленок жареный». Эта мелодия, вот, и, наверное, поклонники Леонида Иосифовича Утесова тоже вспоминают песню «Барон фон Дубшик». Тоже звучат очень популярные мелодии. И прекрасный танец «Квикстеп» в исполнении Анны Семенович и Максима Качанова, фигуристов из Москвы. Ну, еще раз зрители приветствуют мисс чемпионата России. Ну, я всегда говорил, что у сотрудников газеты «Труд» очень хороший вкус. Выступает бронзовый призер в одиночном катании среди женщин, чемпионка мира среди юниоров 95-го года Ирина Слуцкая.